Почувствуйте весну с любимым брендом Wilmar уже сейчас. Мы начинаем большую подготовку к новому сезону эксклюзивно для телеканала Шопеншоу только сегодня. Новая весна начинается с тебя. Именно сегодня открываем коллекцию. Специальное предложение дня – полуботинки Kelly, которые выполнены из натуральной кожи. Добавьте свой образ сумкой из натуральной кожи, и вы получаете стильный модный весенний образ. И с этим соглашается эксперт телеканала Шопеншоу, дизайнер, модельер, имиджмейкер Микола Комендров. Да, это действительно так, потому что бренд Wilmar у нас с вами всегда может радовать красивыми изделиями. Это изделие не могло не стать стартом нашей именно весенней коллекции, потому что он выполнен из натуральной, мягчайшей телячьей кожи с красивой окраской. Натуральная кожа снаружи, натуральная кожа изнутри, ортопедическая конструкция пористой кожаной стельки и, безусловно, конечно же, у нас с вами элегантная застежка велькро, что даст возможность посадить его даже на ножку, которая имеет процесс отека. Безусловно, конечно же, бортопрошивной метод не только стилистически очень выгоден, но и практичен. Ну и, конечно же, самое гудоперчивое в мире у нас с вами – конечно же, вот подошва, да! которая даст возможности вашим ногам, ножкам просто забыть, что такое боль и неудобство. Мне очень нравится. Вот обновите коллекцию обуви и скажите «да» переменам. И тем более подходит к любому ансамблю. И самое главное, что это любимое предложение наших телезрительниц. Аналог был продан, внимание, более 700 штук всего за 20 минут презентации. И я представляю, какой будет ажиотаж, потому что мы максимально снизили цену на 58%. У нас есть 4 цвета на выбор. Обратите внимание и выбирайте уже свой. Мой выбор на сегодня – это цвет бордовый. Слушай, мне он очень понравился, потому что он какой-то тут, вот, знаешь, с деграде немножко идет. Да, здесь у нас с вами используется английская техника. Вот здесь вы видите, да, вот такое вот глоссирование, глоссаж он называется, когда оттенок немножко напоминает такой постаренной кожи. Это очень актуальный стиль, потому что стиль 70-х вернулся. Да. Есть вот такой красивый синий цвет. Смотрите, он объединяется с главным цветом этого года, конечно же, с серым. Ультимат серый, идеальный серый в вашем мире. Мягкий. Далее идет цвет серый. А теперь сам культовый серый цвет полностью, да, здесь у нас с вами сочетание с графитово-черным оттенком, и смотрите, даже слегка синеватый есть глоссаж, то есть это действительно ретро, стиль 70, натуральная кожа, очень мягкая. Представляете, эти кожаные носочки на ваших ножках. Ой, это невероятно, и, мне так комфортно. И, конечно же, классический черный. Черный классика подойдет к любому абсолютно образу, поэтому успейте забрать. Черный разлетится самый первый, потому что он популярный оттенок. Итак, внимание, у нас уникальные ботинки от бренда Wilmar в размерах от 36 до 41. Заказывайте прямо сейчас. Итак, давайте будем выбирать размер. Я вот надела 37 на свой 37, и я чувствую себя идеально. Да, сегодня давайте выбирать с вами размер. Во-первых, хочется сказать, что у нас с вами полнота здесь заявленная 8, но за счет того, что у нас с вами 100% натуральная кожа, мы знаем, что она хорошо подстраивается. Наша Марина сейчас вам демонстрирует именно обхват 28 сантиметров, это 10-я полнота. У Марины несколько раз была переломана нога, поэтому, в принципе, вне погоды она дает о себе знать. Высокий подъем также одна из проблем Марины, а может быть даже ее очарование. Марина выбирает для себя вот такой вот серый цвет. Марина, скажи мне, пожалуйста, какой выбрала размер? 39. Марина выбрала именно, собственно, свой размер, поэтому делаем с вами выводы. Девушки, классическая конструкция с небольшими проблемами, без отечности, выбирают размер в размер. Дамы, у которых есть вальгус, варусное нарушение, действительно возникает периодический отек, либо из-за сахарного диабета и есть эффект слоновой ножки, возьмите на размер больше, главное, для удобства. Да, главное поторопиться, потому что уже ажиотаж в колл-центре, и цена, которая действует только сегодня, 2999 рублей. Менее 3000 рублей, вы только представьте, сколько стоит пара из натуральной кожи в обычном магазине. Она стоит сумасшедших денег. У нас сегодня потрясающая цена. Это самое выгодное предложение. Успейте дозвониться прямо сейчас. Ну и вообще, знаешь, кожаная обувь – это всегда стильно и модно. Да. У меня вот мама работала главной сестрой дороги. И несмотря на то, что всегда на ногах, нужна была удобная обувь. Но согласись, когда есть должность, не наденешь же какие-то тапчули, да? Там вот хочется солидную обувь. Да, соглашусь с тобой. Это раз. А во-вторых, натуральная кожа – это не только статус и красота. Это ваша, в первую очередь, гигиена. Потому что натуральный продукт может
можно носить без носков. Тем более здесь у нас с вами натуральная кожа как снаружи, так и изнутри. Причем очень все продумано. Обратите внимание, внешняя сторона у нас с вами более плотная телячья кожа. Ее можно даже вот так заминать. То есть ваши могут именно ботиночки или туфли такому подтверждению. Смотрите, как краситель разнесен. Внутренняя часть у нас идет с вами перчаточная кожа. Это является подкладом. Представляете, нежнейшая. И пористая кожа, из которой выполнена стелька. Эта перфорация дает дыхание вашим ножкам, а также она стоит на специальной подушечке, поэтому она амортизирует. Хотите с сегодняшнего дня почувствовать люкс на своих ногах? Тогда возьмите, пожалуйста, это предложение для себя. Ну и при этом люкс-то посмотри, по какой цене. 2999 рублей за кожаную пару. Это просто нонсенс. Бренд Вилмор. И обратите внимание, если мы побежим по магазинам, да, то действительно, у нас вообще на эту пару заявлена цена 7199 рублей, но прямо сейчас 58% скидки. 8499 рублей. 7000. Это нормальные цены, за которые даже гоняются, да, наши покупатели, которые расхватывают сразу. У нас 2999 рублей за солидную, красивую брендовую обувь из натуральной кожи. Но это еще не все. Это же бренд Вилмор, а да, значит, это абсолютная подстройка. Да, бренд Вилмор, который нам очень с вами нравится, эксклюзивно работает только с нами и, безусловно, конечно же, работает всегда по ГОСТу, изготавливая в 3D-моделировании свою конструкцию. Поэтому они нам всегда впарны. Это, безусловно, элегантный дизайн, такой английский, европейский. Не забывайте, стиль 70-х возвращается, поэтому здесь будет все очень красиво. Отдельно хочется пояснить бортопрошивной метод, либо его называют, точнее, приплетной метод. Приплетыш – это конструкция, когда вот такой с помощью наметки зашивается у нас с вами конструкция. Это один из самых крепких и надежных техник крепления, ну и, конечно же, очень стильный, потому что усиливает образ, создает вам настроение, индивидуальность. К вашим ножкам хочется так и опустить взгляд, а может быть, даже на них остановиться. Ну и при этом посмотрите, какая удобство подошва амортизирует, сколько красоты на ногах, сколько легкости. Обязательно забирайте сумку Ивона, это новинка нашего телеканала, и сэкономьте на бесплатной доставке. Дозвонитесь прямо сейчас.